Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. На 87-м году ушел из жизни испанский футболист и тренер, победитель чемпионата Европы по футболу в Испании, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе мадридского Реала Луис дель Соль. Луис дель Соль. Он родился 6 апреля 1935 года в Аркас-де-Холоне. Однако все его детство прошло в городе Севилья. Свою карьеру Дель Соль начал в клубе Ферровиариас, откуда перешел в молодежный состав Бетиса, затем недолго играл за Утреру, откуда вернулся в Бетис и дебютировал в первой команде клуба. Дель Соль помог клубу выйти из Сегунды в Примеру в 1958 году, а вскоре привлек внимание гранда испанского футбола, клуба Реал Мадрид, искавшего замену неудачно выступающему бразильцу Диде, резонно полагая, что быстрый полузащитник будет хорошей помощью возрастным Альфредо Ди Стефано и Ференцео Пушкашу. В Реал Дель Соль перешел в 1960 году. Играл за королевский клуб 2 года, за этот период выиграл с командой Кубок Европейских Чемпионов и Межконтинентальный Кубок. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.